Всем привет, с вами Эндрю, и сейчас мы будем продолжать проходить игру Pixel Gun 3D. Погнали! Так, мы должны вроде пройти уровень летающие острова. По-моему, в этом ничего сложного не будет. Так, ну, это как обычно, загрузка. Что-то как-то долго все это происходит. Хотя вроде как и устройство мощное. В чем проблема, непонятно. Ну, давай быстрее грузись там. Так, ну это стандартно. Во всех таких играх. Пофигу, подождем немного. Стикеры, что это такое? Так, ну погнали, приключения. Да. Ну посмотрим, посмотрим. Давайте небесные острова и пройдем. Просто злая. Что это? В смысле, что это за хрень? Я не понял. Это что за бред? Не понял. А чё она вылетела? Всё ж нормально было. Странно. Ну давайте ещё раз, что ли, я не знаю. Такого у меня первый раз. Непонятно что-то. Надеюсь, второго раз такого не будет. Ну, я думаю, это так. Бывает иногда. Надеюсь, что это на один раз такое. О, кстати, вдалеке стоит эта летающая тарелка классная. Посмотрите. Я бы полетал, если бы здесь можно было в этой игре это делать. И на танке покатался. И тыкву съел. Что еще тут сказать? В смысле? Что это за бред? Она ж работала недавно. Что за херня? Блин, она, наверное, теперь вообще не будет запускаться. Ёперный театр. Ладно, друзья, я думаю, у нас не получится проходить эту игру. Ну, я просто не знаю, она вылетает. Если я что-нибудь смогу с ней сделать, то мы будем проходить ее дальше. А то я не знаю, с ней какая-то херобора творится. Блин, вот это тупо. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока.